В Генеральной прокуратуре озвучили данные о состоянии законности на выборах. С начала голосования в органы прокуратуры поступило всего 3 обращения из города Астаны, Акмолинской и Актюбинской областей. Их направили в Министерство внутренних дел. В целом, как отмечают в Генпрокуратуре, электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в законной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о том, что им препятствуют в голосовании, не поступало.